Жертвами двух взрывов в Пакистане стали десятки людей. Свыше 50 человек погибли и более 130 пострадали в результате терактов в провинции Белуджистан. Террорист-смертник подорвал себя вблизи полицейской машины у мечети в городе Мастунг, где в это время верующие собирались, чтобы отметить праздник Мавлид, день рождения пророка Мухаммеда. Еще один взрыв прогремел в городе Хангу в провинции Хайбер-Пахтунхва. Погибли не менее 4 человек, включая полицейского. 12 получили ранения. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за эти взрывы.